Похоронена мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, погибшая при взрыве автомобиля. На церемонии прощания и отпеваний присутствовали тысячи человек. В траурной церемонии принял также участие председатель Европарламента Антонио Таяни. Семья погибшей категорически воспрепятствовала присутствию руководителя островного государства, которых она обличала в своих журналистских расследованиях. Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября в результате взрыва автомобиля, в котором она находилась. ЧП было сразу квалифицировано как убийство и мальтийскими властями, и международным сообществом. К расследованию дела привлечены специалисты ФБР. Следствие полагает, что убийство может быть связано с расследованиями журналистки о контрабанде топлива из Ливии в Европу. Галиция неоднократно писала о незаконной торговле через Мальту, где в последнее время были убиты несколько человек, связанных, как она утверждала, с этим бизнесом.